Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы собрались с моей мамулечкой, красотулечкой, на базар за покупками. Прямо сюда приехали? Вот это. Мы хотим... 3 на 2. Зачем такой широкий? Нет, такой мне не нравится расцветка. Нет, потому что расцветка широкая, я буду повыше. Да, мама планирует купить дорожку, да. Вот. Возле автовокзала мы находимся. С Марией. Всем добрый вечер, мои дорогие. Мы вышли погулять со Шкемом. Уже так прохладненько, без кофточки не выйдешь, легенько. Видите, как красиво у нас, а? А Шкемчик мой заболел. Простудился. Хасталан мыш. Какие красиво. Томми джинс. Кириджес? Мы с мужем идем в Шератон. Дела у нас здесь есть. Посмотрим, получится или нет кое-что сделать. Такие мы путешественники с мужем. Какой высокий Ашкемкач Катао. О, какие новостройки здесь. О-ла-ла-ла. Диско-клубы. И никого нету на диско. Вот так вот у нас такие дискотеки. Я мужу говорю, у вас нету в Турции такого мерсия. Он говорит, потому что, наверное, нет столько желающих, поэтому не делают. Ну и уже сейчас уже сезон подходит к концу. До сентября еще будет. И все заканчивается. Всем привет, друзья мои! Куда идем из Пяточков? Большой-большой секрет. Секрета нету, мы ходим по делам, ведь мы же деловые с мужем. Гуляем мы с мужем, но, естественно, занимаемся делами. Какие дела у меня здесь? Моим бизнесом заинтересовалось очень много людей в Грузии. И вот хожу, рассказываю о своем прекрасном бизнесе и о той реальности, которую я создаю своими руками. Нужно верить, друзья мои. Вчера я была в Мерсине, а сегодня я в Батуми. Два раза в год я приехала. Еще у меня столько путешествий будет за тот год запланировано. Так что верьте в себя, вы сами можете все сделать. Все можете. Вам надо только захотеть и поверить в свои силы. Когда вы поверите в свои силы, к вам повернется лицом и Бога Вселенная. И чудеса будут происходить каждый день. Смотрите на это красивое небо. Солнечное небо. И на моего мужа, который со мной, мой любимый муж. Что, пошли мы гулять дальше? Запахло летом. Летом запахло. Магнолия. Ашка, бу магнолия, чичек. Бияс.
цвели уже магнолии. Хоть останется у нас Сашка воспоминанием Хатырла. Вильмешка. На море мы, наверное, не сможем пойти с ним, но... Чем занимается моя мамочка? Она блины нам жарит. Сколько она? Это мама с молока? Ну, вода и молоко. Вкусные блинчики нам. Ну, мама, мой муж не ест блины. Да, ты должна приучать его. А он не приучается. Приучается. 50 лет трудно приучить. Да, он должен все есть. Ты же и кушаешь. Смотрите, какая она ухоженная. Волосики ей покрасила. Какая юбочка. Как куколка моя, картиночка. Ты посмотри. Красоточка моя. Не стесняйся. Мамулечка. Мне стыдно даже. Перестань. Почему стыдно? Ты такая у меня красивая. Красоточка. Любимая. Сладкая. Скоро я уезжаю. Так что насыщайся мной, как я тобой. Так, вот мы идем в школу. Посмотрите, какая у меня красивая. Блогер Мари. А Демушка? Деми? Бабулина все. Ой, ты мой красавица. А Ирмочку завтра мама поведет. Их мама поведет, потому что бабуля завтра в дорогу. Нет, мы сами поедем. Нет, вы поедете сами, а сегодня первый день. Школа, сервиса нет. Я вот несу сладенькое, пирожные. Им. Да, учителям решили вместо цветов. Лучше выпить чай, кофе и вспомнят моих детей, правильно же? И вот так вот. И мы собираемся сегодня дорогу, а завтра мы уже уедем. Вот такие дела, ждем такси. Какая погода была с утра, холодно, дождь был. Я все-таки решила одеться так, как и планировала. Мурашки по коже. Мурашки, холодно? Конечно, холодно. А там еще больше замерзнете. Ну попрыгайте, вы сейчас не такая уж зима. Тогда, блин, нет, у меня там... И вот наша красивая школа. Мари, сердечко забилось. У Демушки. Деми, расстегни чуть-чуть. Красивая школа. Успели мы. Как прикольно. Вот так вот. Смотрите, какая школа, я вам показывала. Ох, бабуля какая, молодец. Вы любите бабулю? Да. Завтра бабуля уже уедет. Как это, почему? Все, бабуля выполнила долг. Мари такая пытается быть взрослой уже. Сколько учила ее, думаю, что немножко изменения произошли в ней. Подружки. А сейчас мы с Ирмочкой идем за ее формой, которую пошили. Бабуля вся в делах. Потом с Ашкимчиком пойдем по делам, в город погуляем. Погода хорошая. Не замерзла бы? Вчера я сделала косички такие, хвост. Неохота сегодня, некогда, только пришла я со школы. Шикарно мы все там сделали. Я была на собрании. Детей сегодня будет, ждут сюрпризы. 5 часов сказали, привезут их домой. Вот так вот, очень хорошая школа. Макдональдс вот идет. Какие-то сюрпризы еще для них. Вот. Такие вот дела. Вы думаете, Светлана успокоилась? Нет, Светлана вот ходит со своим мужем, который как ребенок все хочет. Мы пришли в турецкий район. В Батуми турецкий район. Походили там еще где-то. Я должна за книгами зайти купить.
Ирбочки, поэтому решили здесь прогуляться. Ну, мне всегда полно дел, да. Немножко прохладно, к морю решили. А, аж к морю вокзал пошли. Погуляем. Ну вот, друзья мои, вот такая здесь жизнь. Говорит, турецкие деньги не идут, а как же, говорит, это турецкий, говорит, район. Вот такие дела. Эле geçelim ya. Şey yapacağım tamam. Çay da var. Meydan. Meydan restoran. Çay istiyorsun? Çay хочет. Хочет. Какое красивое море. Какая сегодня чудесная погода. Мы дошли, вот видите, канатная дорога здесь. Это наш порт. Яхточка. А море шикарное, да? Я еще море не видела. Шикардос. Мы сегодня с мужем наполняемся впечатлениями. Перед трудной дорогой. Красота. Я такая иду сонная. У меня вчера была до 3 часов ночи работа. В 7 утра я проснулась. И с утра вся такая в делах. Давай, Яшкин, посидим. Иди сюда. Посидим. Города посидим. Соскучилась, знаете, по Мерсину, если честно, ой, привыкла уже, хочется отдохнуть, устала я морально, физически, и сюда приехала все равно, какие-то дела, детей собрать в школу нужно было вчера, все перегладить, сегодня их отвезти, завтра Ирмочку собрать, но завтра уже идет Ирмочкина мама. Ой, какие у меня замечательные две маленькие внучки. Вы, наверное, очень хотите их посмотреть, но много видео я сняла, но дочка запретила их показывать. Столько игрались мы. Такой бардак у нас в квартире. Даже страшно показывать. Игрушки все вытащены. Маленькая такая, хорошая, улыбается. А четвертая постарше, да? Как она со Шкимой играется? Ко мне не подходит, потому что она меня не помнит и не знает. А к нему как она лезет. Вообще все дети любят моего мужа. Он у меня очень хороший. Ирма сегодня не слезала с него. Вот заканчивается наше путешествие. Я такая сижу, вся на расслабоне. Поспать хочется. Бог нам дал сегодня такую замечательную погоду, хотя с утра был такой дождь. Дети придут в 5 часов. Там, смотрите, кофе готовят, да? Путешествуют они. Корабли. Ой, хорошо в Батуми жить и отдыхать, наслаждаться жизнью, никуда не спешить. В Мерсине такая жара. Подружки говорят. Ой, спать хочется, Дашка, спать, и кукельды. Столько много туристов там впереди. Чок я шашка. Красиво все-таки. Останется в памяти на ютубе. Все это останется в памяти на ютубе на всю жизнь. Ашкан видео. Скатил на гидерс. Ой, какая красота, смотрите. У дракон. Ejder. Meyvesi.
Какая красота! Томский фестиваль, когда это было? Как красиво сделано, да? Какая красота! Какая красота! Закончился, наверное, или, а может, вечером. Значит, там был раньше университет, а сейчас не знаю. Какой-то вот институт был, университет. Сейчас все изменилось. А это самый первый дом в Батуми. Такой высокий, 50-этажный. Это вот очень дорогие квартиры здесь, помню, продавали. Внутри бассейн есть, в общем, так все классно. Элитный район называется. Элитный район, Ашкемахали, элитный. Вообще сижу вот целый день. Очереди нету. Какая там очередь? Очередь нет, хоть час, один-два очередь. Пьяца.